Итак, друзья, есть страница Microsoft, ссылка будет в описании, на котором вы можете скачать Windows 10, Windows 8.1 и даже Windows 7. Ну, естественно, к сожалению, Windows 7, если у вас есть ключ. Да, по-моему, Windows 8.1 тоже. Значит, выбираем выпуск 8.1, подтверждаем и, значит, выбираем язык, допустим, русский, подтверждаем. Ну и ссылка действительно в течение 24 часов. И выбираем Windows 8.1 64 бита. Нажимаем скачать и, собственно, скачиваем. Так что, друзья, надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка в описании. Все три Windows с официального сайта Microsoft можно скачать. Всего доброго, всем пока, до свидания.